Краткий видеообзор комплектации ножа Gerber Ultimate. Это у нас в данном случае реплика производства Китай. Вот что в нем есть. Давайте вместе рассмотрим. Итак, у нас идет нож вот в таких вот ножнах. Ножны, получается, сделаны из кайдекса, плюс прорезиненные покрытия присутствуют элементы и частично есть нейлоновые элементы. Далее, что у нас по самому ножу? Вот так вот он выглядит. Бывают они в двух версиях. Бывают вот с таким вот черным покрытием и серым. Ну, в данном случае у нас на обзоре в черном покрытии. Конструкция у данной модели монолитная. То есть клинок и обух — это все единая плашка металла идет. Вот видно. Здесь в конце она выходит плавно в такую импровизацию молотка. То есть где-то в походных условиях можно ножом подстучать, что-то забить, какой-то колышек и так далее, что-то выбить. Достаточно мощный толстый обух, за счет чего можно какие-то делать грубые работы. Вот эта насечка предназначена для розжига костра огнива. То есть она вот она в комплекте идет. Достаточно плотно сидит. Вот, огниво для розжига. И придавливаем, чтобы она вот здесь вот в паз встала на защелку. Также у ножен идет точилка для походных условий, если нужно подправить будет лезвие. Здесь скрытая инструкция. Она, правда, идет на английском языке. Общие сведения какие-то полезные, может быть, для кого-то информация будет, в случае, если вам повыживать захотелось, а попрактиковать какие-то навыки. На темляке присутствует свисток для подачи сигнала тревоги, возможно, там отпугнуть какое-то дикое животное, если вдруг вы столкнулись с ним в лесу. Если темляк вот этот полностью весь убрать, у нас освободится здесь отверстие. Здесь есть также еще два дополнительных отверстия. Их можно использовать для различных ваших подвесок, каких-то оснасток, либо использовать как точки крепления. И, допустим, привязать к какой-то палке, то есть примотать ее за счет этого. Как бы вам будет три точки крепления для опоры и сделать какое-то, может быть, даже там импровизированное копье. То есть вот в такой вот комплектации идет данная модель ножа.